назывался. Эстонские корни у него есть. Есть версия, что он какой-то родственник был у них, эстонский писатель Эдуард Вильде. Он, кстати, в Германии зарабатывал переводами его на немецкий. Ну, он всегда себя считал русским, потом французским. Больше не так. Значит, он 8-го года, в 12-м году умирает отец, и мать переезжает вместе с ним к брату. Брат живет в поселок Ястребиново, это тоже самое.